член Ассамблеи народа Казахстана, член Совета Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области. Руковожу работой научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана. Работаю в медицинском университете уже много лет. Относительно проекта «Аманат» я всегда с большим интересом отношусь к любым общественным проектам, которые несут в себе заряд позитивизма или, лучше сказать, заряд социального оптимизма. Поэтому вообще все, что касается исторического или наследия, или наследия наших предков и наследия той культуры, которой мы являемся носителями, вот то, что может объединить в себе понятие «аманат», это чрезвычайно, на мой взгляд, важное отличие нашего общества и нашей страны. Потому что мы очень бережно относимся к своей истории. Поэтому на сегодняшний день и премия «Аманат», и вообще весь этот социальный проект, я считаю, очень существенным вкладом в развитие и толерантности, и культуры согласия, и фактически будущего нашей страны, которое должно быть связано обязательно теснейшими связями с нашими предками, с нашей историей, и быть устремленной в будущее.